Анна Гуськова завоевала золотую медаль на 23-х зимних Олимпийских играх. О том, какой вклад внесли белорусские врачи в эту значимую победу, смотрите в нашем видео. Аня Гуськова! 25-летняя фристайлистка прославила нашу страну и добилась вершин спортивной карьеры. Борьба за золото была драматичной и напряженной, как и весь путь Ани к победе. Ведь почти весь прошлый сезон она пропустила из-за травмы. Большое препятствие, ведь именно это время считается самым плодотворным для подготовки. Во фристайл Ани привели родители, когда ей было 7 лет. В 15 целеустремленная девушка дебютировала на Кубке Европы, а в 17 – на Кубке мира. В 2012-м завоевала серебро на юниорском мире. Олимпиада в Сочи была для Ани дебютной, однако там она даже не прошла квалификацию. Девушка упорно тренировалась и была нацелена на медаль в зимних Олимпийских играх 2018 года. И вот началась интенсивная подготовка. В 2017-м, по спортивным меркам прямо накануне, девушка неудачно приземлилась на тренировке и повредила мениск. Медицинскую помощь оказали белорусские врачи. Аня оперировалась у нас в отделении. Первая операция была в 2013 году. Она совсем ребенок была. И получила травму коленного сустава. Ей выполнена была операция, восстановление передней крестообразной связки. После первой операции она восстановилась, продолжала тренироваться, выступать. Но она получила повторную травму, так как фристайл – это такой травмоопасный вид спорта. И в 2017 году ей удалили еще мениск, оторванную часть. Она получила повторную травму. Это травматичная операция, требующая длительного периода реабилитации. Спортсмены имеют карт-бланш напрямую, без поликлиник, из диспансера быть направлены сюда. Это приветствуется, это заслуга нашего руководства, которое уделяет большое внимание лечению спортсменов. Ректор института, руководитель центра спортивной травмы. И, как правило, эти пациенты лечатся на базе нашего отделения. Все чаще спортсмены, даже имея возможность лечиться за рубежом, обращаются за медпомощью к отечественным врачам. Уровень подготовки кадров у нас не хуже, а иногда и лучше, чем в ведущих клиниках мира. Не уступает и оснащение. Так, в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии выполняется весь спектр операций на опорно-двигательном аппарате, что и во всем мире. В арсенале наших докторов сотни видов хирургических вмешательств, в том числе и такие сложные, как ревизионные операции при протезировании коленного, тазобедренного суставов, повторные операции по восстановлению связок, при переломах таза, трубчатых костей с использованием малоинвазивных методик, артроскопически ассистированные операции и другие. Удачно выполненные операции, реабилитация и, конечно, воля к победе позволили Анне Гуськовой показать лучший результат. Команда профессионалов сработала слаженно.